Даргизе, обычные новости по радио и телевидению по традиции в конце рассказывают о спортивных достижениях, о героях, прошедших состязаний, называют победителей, призеров. И, в общем-то, бывает так, что радиослушатели или телезрители сожалеют о том, что не смогли побывать на каких-то соревнованиях и даже принять в них участие, потому что сейчас физкультура и спорт, они настолько родны сами по себе и призывают не только посмотреть, но и поучаствовать. Поэтому мы делаем предисловие к будущему событию, которое еще не состоялось. Итак, впереди очень интересное легкоатлетическое соревнование. Хотя надо сказать, что вот благодаря вот таким детям, которые сейчас вот здесь бегут, все-таки у нас есть хорошее будущее у королевы спорта. В течение года проходит много соревнований официальных, мемориальных. Например, здесь на стадионе проходят марафоны памяти Чайковского. Прыгуны испытывают себя память о Колпаке, знаменитом тренере. Прыгуны в шестом Аташкевича вспоминает. Но мы хотим сделать так, чтобы вы были приглашены на очень интересное событие, которому придают значение, по-моему, все. И первые люди города, и области. Поэтому о том, что произойдет очень скоро, расскажет представитель оргкомитета областной федерации легкой атлетики Александр Ильич Авербух. Он настоящий легкоатлет, участник многих соревнований, ну и как выступает замечательный организатор. Александр Ильич, у вас впереди опять много хлопот в связи с тем, что вы хотите пригласить очень много людей на интересное событие. Да, 22 апреля в 12 часов дня у нас большое мероприятие. Это второй полумарафон, который мы проводим в городе Николаеве. Такие полумарафоны проводятся во всех странах. Такие полумарафоны проводятся в Бостоне, в Нью-Йорке, в Париже, в Тель-Авиве, в Киеве, в Харькове. И пришла очередь города Николаева. Мы уже один полумарафон провели в прошлом году. И в этом году мы тоже проводим полумарафон 22 апреля. Мы ждем всех, кто так или иначе хочет провести хорошо время, то так или иначе чувствует внутри себя спортсменом или человеком, который поддерживает здоровый способ жизни. Приходите с семьями, приходите со своими детьми, и именно на этом полумарафоне вы почувствуете, что есть что-то ценное, которое объединяет нас всех. Это обычные человеческие ценности, это доброта, это желание быть полезным, желание быть честным, желание быть, ну, просто помогать другим людям. И я думаю, что вот такие мероприятия смогут изменить мир вокруг нас, изменить вот сам Николаев, саму атмосферу, сделать нас добрее, ну, может быть, счастливее. Вы знаете, сейчас замечательная погода, весенние деньки, и предстоит очень хорошая погода именно в день проведения такого полумарафона, но ведь зимой в память, в честь святого Николая, зимой в очень непогоду прошли такие соревнования. Как оно прошло? Да, действительно, мы в день святого Николая проводили специальный забег, он так и назывался, Свято-Николаевский. И было очень много детей, мы фактически проводили его для детей, мы проводили его с киевскими организаторами. И мне кажется, что это достаточно много вот таких эмоций положительных было в этот момент. И дети радовались, родители радовались. И хоть была погода, не совсем холодно было, но тем не менее вот эти позитивные эмоции топили наши души. Поэтому мы хотели бы пригласить всех. На этом полумарафоне у нас разная дистанция. Это ж не обязательно 21 километр пробежать. У нас те люди, которые, ну, может быть, еще не готовы пробежать 21 километр, пожалуйста, вы можете зарегистрироваться и на 10 километров, и на 5 километров. А для деток у нас специальные забеги на 1 километр и 300 метров. Поэтому все, кто будет участвовать и кто финиширует, получают памятные медали, получают много позитивных эмоций, получают победители, получают различные призы от партнеров и спонсоров организации, спонсоров мероприятия. Поэтому мы всех вас ждем. И самое главное, что мы можем получить, вот то внутреннее состояние, которое мы хотим почувствовать, вот то внутреннее детское состояние жизни, когда мы радуемся здесь и сейчас, вот сейчас счастье, вот здесь оно. И, конечно, я бы хотел бы, чтобы чем больше людей пришло на это мероприятие, тем легче и лучше в дальнейшем мы, скорее всего, будем жить здесь и сейчас.
Мы находимся на замечательной спортивной арене, центральный городской стадион. Эти легкоатлетические дорожки открывали путь к звездам. Ведь, принимая участие в Олимпийских играх, несли знамя Олимпиад наши известнейшие легкоатлеты, бегуны. И вот у них будет возможность участвовать, потому что здесь в этих соревнованиях будут участвовать и профессионалы, и любители, и дети. А самое интересное, что будут принимать участие их друзья. Вот это новшество, когда вместе с собаками пробегают дистанцию. Да, ну да, в прошлом году у нас был забег с четверным гимдругом, а в этом году мы отказались от этого, и мы с четверным другом у нас не будет. В любом случае, если кто-то придет со своим другом и кто-то захочет участвовать, конечно же, мы не будем. Я не говорю о четверногом, я говорю об обычном двуногом, нашем друге, то, пожалуйста, приходите. Более того, вот вы сказали о том, что будут участвовать спортсмены высокого уровня. К нам же это действительно так. К нам приезжают и спортсмены с Киева, у нас будут и наши спортсмены высокого уровня, это и мастера спорта, и люди. В этом участвуют люди, которые были на Олимпиадах, финалисты чемпионатов мира. И понимаете, когда ребенок, маленький ребенок, который пришел на старт и видит, что с ним рядом за ручку там бежит, конечно, для этого это очень большие внутренние вложения мы вкладываем в этого ребенка. Дело в том, что, вы знаете, самое ценное в жизни – это то, что мы не можем купить за деньги. А вот не можем мы купить за деньги вот эти эмоции. Это желание что-то делать, это желание достигать, ставить цели и достигать их. Вот мне бы хотелось, чтобы вот этот полумарафон или этот пробег дал возможность вот этим деткам, которые подрастают, все-таки иметь мечту и ставить цели для достижения этой мечты. Дело в том, что на Западе уже стали популярны соревнования, которые организуют средства массовой информации. Ну, что такое средства массовой информации? Это, прежде всего, пропаганда, агитация и, конечно, организация. Для того, чтобы преподнести свою газету или какой-то телеканал, проводят очень интересные соревнования и принимают участие тысячи людей. Что они делают такое магнитное, что привлекают тысячи? Когда пока это целая река любителей легкой атлетики. Да, действительно, за рубежом это люди приходят провести время. Есть люди, которые хотят показать результат, хотят пробежать полумарафон, предположим, быстрее, чем 1:30. Но большинство людей, это люди, которые приходят и своим поведением показывают, как необходимо жить. Дело в том, что сколько бы мы ни говорили ребенку о том, что надо делать вот так или по-другому, или не делая одно или другое, все равно надо показать, как ему жить. До тех пор, пока мы не покажем, как стать счастливым и успешным, как сделать свою жизнь, а не ждать, что кто-то сделает эту жизнь, мы ничего не сможем сделать. Поэтому хотелось бы, чтобы наши николаевцы пришли и увидели, как немного. В этом году мы не рассчитываем, что у нас будет большое количество людей, но хотя бы те там 200, 300 или 400 человек, которые придут на такой пробег, другие увидели, что существуют в Николаеве люди, которые имеют другое мировоззрение, которые знают, что они хотят от жизни и знают, как этого достигать. В Европе, в Америке таких людей много, поэтому многое приходит. Но все рано или поздно начинается, и у нас это началось, и мы хотим, чтобы, может быть, через 10 лет в Николаеве стартовало 10 тысяч, 15 тысяч человек. Если нам это удастся, это будет очень здорово. А не удастся, всегда изменения в жизни сложные. И вот сейчас мы проходим сложный процесс изменения. Будем надеяться, что у нас все получится. Да, это может получиться, если будет помощь конкретная, потому что просто так на энтузиазме провести такие соревнования непросто. Ведь надо заинтересовать людей, сделать все для того, чтобы оно привлекло внимание. Кто вам помогает для того, чтобы все-таки провести это на высоком уровне, люди запомнили, приобщились к вам, и потом не только на эти соревнования бегали, а вышли в парк, просто пробежались. Я могу сказать, что мы не нашли генеральных спонсоров этого соревнования. Большие крупные предприятия, к которым мы обращались, к сожалению, не нашли возможности нам помочь. Нам помогают малый бизнес. Это люди, которые сделали свой бизнес с нуля. Я хотел бы поблагодарить многих людей, и я хотел бы поблагодарить фирму МДМ, это компьютер, одна из фирм, которая нам помогает. Я хотел бы поблагодарить киевскую фирму, сеть компьютеров FS.
так называемая, которая предоставила нам подарки для награждения победителей. Я хотел бы поблагодарить компьютерную сеть Nigma. То есть у нас немного спонсоров, но эти люди, которые хоть что-то вкладывают, они понимают. Мне очень нравится позиция фирмы Фанчи, которая не только помогла нам материально, но она и мотивировала своих сотрудников для участия в этом полумарафоне. Поэтому все, кто нам помог, большое им спасибо. И мы должны понимать, что мы это делаем не только для себя. Мы это делаем для будущего нашей страны. Потому что на медали так и написано: «Свободная, вільна людина, вільна країна». Украина. И хотелось бы, чтобы вот таких свободных людей, которые живут в нашем городе, было намного больше, и тогда жизнь будет другая, тогда солнце будет светить каждый день. Да, в нашем городе, вот именно на этом стадионе, были воспитаны суперзвезды. Если вспомнить, это наша первая суперзвезда Инга Бабакова, чемпионка мира в прыжках в высоту, Вита Степина, сейчас Окунева подступает на Олимпийскую арену. Это бегуны наши замечательные, Алла Капак, Илюшкина. Вот они, кстати, они тоже будут принимать участие. И я хочу вспомнить один эпизод потрясающий, когда сборная наша женская по легкой атлетике последний раз выступала в Стамбуле, в Кубке Европы, среди женских коллективов. Тогда они очень здорово выступили, даже намечалось, что здесь пройдет турнир очередной. Но нас не хватило спонсоров для того, чтобы провести и организовать такие соревнования. Я не знаю, как вписываетесь вы в программу легкоатлетического календаря этого года, и чья эта идея родилась для того, чтобы организовать такой праздник перед 1 мая? Давайте я на второй вопрос сначала отвечу. Дело в том, что вот эти люди, которых вы перечислили, это энтузиасты своего дела. Они хотят что-то изменить. Да. Понимаете, есть люди, которые все время ворчат и ищут, кто им должен что-то сделать. И, к сожалению, таких людей достаточно много. А вот есть люди, которые хотят что-то делать. И вот вы говорите о Алле Капак, она непосредственный директор соревнования. Мы можем говорить о нашем лице соревнований, который висит на всех бигбордах. Это Оксана Илюшкина, участница Олимпийских игр. Мы можем говорить об Анечке Петровой, которая своими усилиями вот как раз и продвигает... Поэтому Анатолий Иванович Бугаев. Вот эти люди как раз... и хотят что-то изменить и поднять, сделать так, чтобы дети хотели заниматься легкой атлетикой. Легкой атлетикой невозможно заставить заниматься. Надо получать удовольствие от этого. А для того, чтобы получать удовольствие, должны быть праздники. Ребенок должен чувствовать себя свободным и чувствовать, что он может что-то это сделать. Его хвалят, он достигает каких-то целей. Поэтому вот эти люди, мы вот собрались и решили, что чем мы хуже Нью-Йорка, чем мы хуже Тель-Авива, почему мы хуже Харькова или Киева? Мы точно такие же. И я думаю, что если вот этот энтузиазм и эти возможности наши умножатся на количество людей, которые придут, на тех людей, которые вот здесь занимаются, я думаю, мы очень многое сможем изменить в наших головах. Как только мы изменим в наших головах, изменится наша реальность. Поэтому, более того, к полумарафону мы проводим вот здесь на стадионе, мы каждое воскресенье проводим бесплатные тренировки, которые проводит заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Украины Алла Федоровна Капак. Но где обычный человек может прийти на стадион и позаниматься у человека, который подготовил финалистов Кубка мира, который подготовил людей на Олимпийские игры. Поэтому приходите, и профессиональную помощь вам окажут в правильной постановке стопы, в правильном подборе одежды, в правильном подборе обуви, так, чтобы нагрузка доставляла радость. И как только вы почувствуете вот эту радость, то я думаю, что вы никогда не уйдете с легкой атлетики. Вы будете бегать и чувствовать себя свободными людьми. Свободными. Сколько радости испытывает Александр Ильич. Но я напомню, что легкая атлетика самый простой, самый доступный. У вас есть тапочки, есть маечка? Выходите в любое время. Никаких затрат совершенно нет. А вы знаете, кстати, что легкая атлетика дает таланты в разных видах? Например, сын Игоря Даниловича Купака недавно отличился на баскетболе. Казалось бы, легкоатлет. Вышел на площадку баскетбольную, взял мяч и выиграл 60 тысяч гривен. Попал в середину поля.
кольцо. Но я думаю, что мы попадем в цель, если пригласим еще наших горожан, гостей на этот замечательный праздник, который с вами, который организован благодаря вашей душе и вот этому желанию помочь людям обрести эту радость. Да, это благодаря этим людям, которые хотят что-то сделать в городе, хотят изменить эту жизнь и хотят все-таки, чтобы мы жили в счастливой, свободной и стране с счастливыми, свободными людьми. Приходите, мы очень рады будем вас видеть. Мы хотим вас видеть не только в качестве участников, но и в качестве тех людей, которые болеют за людей, которые бегут в разные дистанции. Приходите с бабушками, приходите с детьми, приходите сами, с женами, всей семьей. Это будет новое ощущение мировосприятия. Вы будете чувствовать, что вы сплочены. Вы будете чувствовать, что жизнь все-таки имеет такие яркие оттенки, и ну, счастье все-таки есть, и его надо уметь распознавать вовремя. Ну, Александр Ильич Авербух это умеет распознавать, потому что он врач-нарколог, сталкивается с разными сторонами жизни и помогает им вернуться в строй, а нам помогает обрести оптимизм, радость, которую дарит спорт и физическая культура. Вот сегодня у нас было предисловие к событию очень важному. В нем примут участие и первые лица города, некоторые руководители, а самое главное, настоящие поклонники королевы спорта. Вам благодарность за то, что вы делаете, потому что ну, не так уж много таких людей, которые не просто говорят, а делают. Да, я хочу всем сказать спасибо. Я хочу поблагодарить всем, кто так или иначе приобщится к этому забегу. И даже тот, кто в своей голове подумает о том, что это хорошее мероприятие, все равно он уже сделал первый шаг. Следующий шаг будет приобщение вот к нашей общей культуре, которую мы, если у нас даст возможность, нам будем делать каждый год. И я думаю, что все мы и каждый из нас своими действиями сможет изменить жизнь не только в Николаеве, но и в Украине. Ну что ж, сделаем шаг вперед, встречу здоровью и победе над собой и соперником. Всего хорошего. Целью нашего полумарафона является приобщить как можно больше людей к нашему спортивному, здоровому образу жизни. И, конечно же, это популяризация массового бега не только среди спортсменов, но и для привлечения наших горожан. Конечно же, нам бы очень хотелось порадовать в этом году наших участников. И в этом году мы уже вводим чиповую систему фиксации результатов. Также мы в этом году заказываем красивейшие медали с символикой нашего любимого города. В этом же году мы планируем провести такую акцию, как палатка с услугами массажа после пробега, а также кинезиотерапирование. Я вважаю, що будь-яка людина займається вона чи то політикою, чи то бізнесом, будь-чим. Вона повинна берегти в першу чергу себе, своє здоров'я, бо від її здоров'я залежить її професійна діяльність, скільки вона може віддаватися своїй справі. Тому я буквально рік тому зрозуміла, відверто кажучи, коли почала якраз підготовку до напівмарафону, це для мене був певний стимул. До цього я бігала небагато, там по декілька кілометрів, якось не приділяла цьому дуже великої уваги, але коли познайомилася вже з організаторами напівмарафону і зрозуміла, що є якийсь стимул підготуватися, так фізично себе підготувати до таких дистанцій вперше, так, для мене це був певний виклик. І я вирішила, що це круто, це я хочу цього внутрішньо, захотілося. І я почала підготовку, і я дуже рада, що я таки взяла участь на напівмарафоні, тому що після нього у мене почався інший етап піклування про своє здоров'я, зрозуміла, що наскільки я можу викладатися в своєму житті взагалі, да, вкладати свою енергію, вона безпосередньо залежить від того, наскільки я фізично здорова людина. Тому, а біг, мені здається, що біг, як на мене, відверто кажучи, я в школі взагалі не любила бігати. Для мене це щось було жахливе. І коли я вже зараз, для мене це щось таке приємне, від чого я отримую дуже великий кайф, скажу відверто. Я скажу, що всім варто приходити, тим паче почалися тепла пора, сонечко на вулиці, варто брати участь, варто в напівмарафоні, варто просто бігати кожного дня або на вихідних приходити. Тому що в першу чергу ми маємо піклуватися про базу, про своє здоров'я. А біг дозволяє от якраз про цю базу дуже добре от себе організувати. Сьогодні прекрасний воскресний день, і багато любителі оздоровительного бігу зібралися на центральному городському стадіоні. І це все благодаря
людям, которым не безразлично здоровье наших николаевцев. Это в первую очередь руководитель клуба Алла Ковпак, член организационного комитета Александр Авербух. Уважаемые николаевцы, приглашаем вас 22 апреля на Соборную площадь для участия в красочном полумарафоне, в программе которого будут забеги на 500 метров, 1000 метров, 5000, 10 тысяч. Ну и венцом праздника будет полумарафон. Это второй полумарафон, который объединяет всех любителей бега и показывает, что оздоровительный бег – это очень модно, очень престижно и это очень здорово. Это очень универсальный вид спорта, потому что вы можете поехать в другую страну, вы можете поехать в другой город, и все, что вам нужно с собой взять, это кроссовки и спортивную форму. Не нужно никакие абонементы, ничего. И это поддержание физической формы, и что мне нравится, потому что я уже не ставлю перед собой никаких спортивных достижений великих, или, и даже я не хочу участвовать в марафонах и полумарафонах. Вот для меня, что мне интересно, вот даже в нашем беговом клубе, это наша такая беговая тусовка. Вы приходите, вам интересно, вы занимаетесь, вы смотрите, как растут другие, сами, может быть, чем-то мотивируете себя заниматься в клубе. Это то, что мне интересно. В сентябре мы с Аллой Федоровной вместе пробежали километра 4. И это только благодаря тому, что Алла Федоровна бежала и развлекала нас разговорами незаметно. Сейчас я пробежала десятку, вот буквально на днях, 2 дня подряд. То есть это незаметно для себя, видите, мой темп и моя сила растет. Ну, это хорошее настроение, это всегда хорошее настроение. Вы приходите уставшие, в 7 часов вечера обычно у нас начинаются тренировки, и ты уже приходишь домой, думаешь, никуда не хочется идти, хочется лечь, отдохнуть и больше ничего не делать. Но ты себя заставляешь прийти на тренировку, и потом летишь домой с хорошим настроением, с планами на завтра, чтобы их быстрее осуществить, качественно и так далее. Я учусь на тренера вообще еще, вот я как бы только на 3-м курсе, и для меня это огромный, колоссальный просто опыт работать даже вот со взрослыми людьми, которые старше меня. Мне это очень интересно, я набираюсь не только как тренерского опыта, но и даже опыта ихнего, как со стороны взрослых людей. Да, мы в основном тренировке общаемся более о тренировочном процессе, но знаете, помимо тренировки, когда у нас чаепитие, рассказывается масса информации полезной, даже как для меня, подрастающего поколения, которую я потом применяю за стенами стадиона и даже на ихнем же опыте учусь. И мне это действительно интересно, заинтересовало. 20 километров. Вы знаете, самая сложная дистанция – это от кровати до двери на самом деле. Это действительно так. Вот когда уже преодолеваешь ее, дальше это удовольствие. Удовольствие и, признаюсь честно, где-то это наркотик с повышением дозы. Понятно. То есть изменилась ли ваша жизнь? Получение позитивных эмоций. Я не знаю химию процесса, но действительно после пробежки ощущаешь себя более счастливым человеком, более раскрепощенным. Приходят иногда умные мысли. Действительно, это для меня это перезагрузка мозгов. В беговой клуб я пришла, потому что мне очень хотелось, скажем, отвлечься немного от работы. Это, спорт – это другой вид отдыха, активный вид отдыха. И, в принципе, вот мои друзья сказали мне, что открывается такой клуб, и можно здесь поучаствовать. Поэтому я пришла и с удовольствием вот уже несколько месяцев в этом клубе нахожусь. Так сложилась моя судьба, когда я выступала за школьную на областных соревнованиях. Меня увидели мои тренера Ковпак Алла Федоровна и Ерошкина Оксана Дирна, которым я сейчас благодарна, которые меня привели в спорт. Меня это заинтересовало с первой тренировки, поэтому я сейчас наслаждаюсь. И даже когда уже тренируюсь сама и тренирую людей в Николаев Раннинг Клуб, я хочу показать то, что действительно дает спорт и к чему оно приводит. К нам приходят люди абсолютно разных специальностей, разного возраста. У каждого свои особенности, свои индивидуальности. Поэтому мы каждому подбираем подход от одного круга до 10 километров разминки. Поэтому мы всех ждем, мы всех оздоравливаем, даем положительные эмоции. Всех ждем к нам в клуб.